студентов УГНТУ была проведена акция под девизом «Студенчество за будущее без СПИДа». В рамках акции в общежитиях были прочитаны тематические лекции, и 3 декабря во дворце Орджоникидзе состоялся заключительный вечер. У студентов была возможность попробовать себя в разных номинациях. Они рисовали плакаты и готовили тематические номера. Лучшие были награждены памятными призами.